Ali duri dari duri dari darале. Дали дури, дали дури, дали дарале. Марсо Гарси из Подольска. Знал об этом? Смотрел. Ну вот. Итак, друзья, новости прошедшей недели. Пожалуй, последний выпуск новостей в этом году. Николай Салмин провел свой первый мастерский семинар. Завернул на свой день рождения. А еще мы узнаем, можно ли быть коричневым поясом, но выступать по пурпуру. Или можно ли быть пурпуром и коричневым одновременно. А Миша Панков собрал всех халявщиков из джиу-джитсу на свой бесплатный семинар, где объяснил, чем пул отличается от затягивания. Сегодняшний выпуск новостей мы начнем прямо вот сейчас, в воскресенье, на финальном турнире Dust Dachi от Russian Grappling Sport Association. Финальный, в смысле, в сезоне этого года. Разумеется, в следующем году он продолжится, и, возможно, и участников будет больше, и участие будет качественнее, и даже, возможно, рефери будет лучше. Правда, Андрей? Правда. Несомненно, лучшие дети, которые выступили на РГСА в этом году, обязательно получат свои подарки, а все остальные уже получили своих люлей. В общем, сезон для РГСА в этом году официально закончен. Лучшие сабмишины этого турнира, как всегда, смотрите в самое ближайшее время на YouTube-канале BGF Freaks, а также в группе BGF Freaks ВКонтакте. Вы же знаете, что самое интересное все равно в группе BGF Freaks ВКонтакте. Ну, там свои темы, понимаете. Оставайтесь с нами, мы продолжаем. Турнир Dust Dachi сегодня закончился просто феерично. Последняя схватка, два мальчика борются, у них овертаймы начались. Значит, один из мальчиков держит бэк-контроль, и тут он решает его отпускать и перейти на рычаг. Причем отпускает, он просто прям отпускает руки, ноги, крючок выбирает, переходит на рычаг. Судья останавливает схватку. Ну и, естественно, поднимает руку другого мальчика, который не отпускал ничего, никаких захватов, держал до конца бэк-контроль. Подходит после этого тренер этого мальчика, папа мальчика, мама, сестра мальчика. Все спрашивают, почему он же переходил на волейбол, почему он проиграл, судья ставил схватку. Вот, на что судья говорит, ну почитайте правила. И тренер такой, в смысле, я что должен правила читать? Можно ли быть пурпуром и коричневым одновременно? Да. Короткий вопрос. Да. Звучит он примерно так. Какого хрена? Вот какого хрена ты выиграл чемпионат мира, а еще пурпур? У Дмитрия Геннадьевича на меня другие планы просто, наверное. Поэтому. То есть еще чемпионат мира и бюджет? Ну, я думаю, если визу дадут, да, можно попробовать. А арабы не перевели сразу тебя в другую? Перевели, уже все, да. Перевели? Да, да. То есть по арабам тоже не можешь пурпур? Нет. Ну ничего, там можно в коричневых, а на HBGF можно в пурпурах. Думаешь, такое возможно? Да-да-да, wait, у нас этот же есть. Андерсон Феррера же, он, короче, коричневый пояс, но по арабам он уже в черных борется давно уже. Уже год как. А в HBGF? В HBGF он коричневый еще. Удивительно. Да-да. Окей, да. Все, не отвлекаю. Да, спасибо. Андрюх, согласен ли ты с утверждением, что ноги это для бомжей? Абсолютно. Ноги это для бомжей, и я бомж. В прошедшее воскресенье, в свой день рождения, Николай Салмин провел семинар по теме беринбола, чем завершил серию семинаров 2022 года. Колян, сколько тебе лет сегодня? 30 лет. Только 30? А да. Ты же уже по мастерам выступаешь. Ну, можно выступать, если в календарном году исполняется 30 лет, то можно двигаться. То есть, вот ты, по сути, ты только сейчас вот взрослым становишься? Получается, сейчас мастер один официально. Так, слушай, это же значит, что у тебя закончился призывной возраст сегодня. А, серьезно? Ну, там же до 30 лет сейчас. А, я даже не знал. Ну, это вот недавно ввели, неделю назад. А, да? Да, что тебе подарили? Мне картину крутую подарили, там, рука в руке.
просто типа ручной работы. Она потрясающая. Потом покажу как-нибудь. Как сегодня будешь праздновать? Ну вот сейчас поберем больно, потом в 7 часов у нас на чистых водах с ребятами собираемся, будем двигаться по спортику. По спорту? Да. Как скучно у вас, у спортсменов, друзья. Такие дамы. Скучновато, согласен. Видеоверсию ожидайте в самое ближайшее время на сайте BGJ School Online. Ну и, разумеется, в следующем году Николай готов вернуться к семинарам с новыми и еще более глубокими и интересными темами. Русский реп. Миша Панков собрал всех халявщиков на свой бесплатный семинар, где объяснил разницу между затягиванием и пулом. Миша, много халявщиков сегодня собрал? Всех халявщиков Москвы. Начнем двигаться вокруг меня, да, пытаться пройти. В какой-то момент я возьму захват. Вот затягивание в гар. Это два разных движения. Когда вы пытаетесь соединить гарпул с затягиванием в гар, что обычно происходит? Вот это происходит. Ну, если ваш соперник умеет бороться. Просто мало кто знает, но Михаил Панков не закончил школу, и поэтому он не знает, как переводится слово и что гар-пул на самом деле это затягивать в гар. Пул – это бассейн. А гар-пул – это охранник бассейна. Это На этом на сегодня все. Все остальные новости нас ожидают уже в новом году. И да, это был последний выпуск новостей 2022 года. С наступающим, всего вам хорошего, доброго, счастья, здоровья, ну и поменьше непрогнозируемых решений со стороны Господа Бога.